Проверить новенький асфальт глава города решил собственными ногами. Работы на участке улицы Московской от Рахова до Астраханской уже завершены. На ремонт потребовалось более 2500 тонн асфальтобетона и больше 17,5 миллионов рублей. А в следующем году на Московской будут ремонтировать тротуары. По плитку никак не можем найти нормальную, которая будет погодные условия выдержать нас. Не, можно сделать, будет красиво, конечно же, люди скажут, что молодцы, как сделали, хорошо. Но она развалится через год, через два. И что потом? Зароют бюджетные деньги просто, да и все. Либо гранитом делать, либо значит найти плитку хорошую. Сейчас рабочие переместились на участок Московской от Астраханской до Университетской. Здесь предстоит положить 3 слоя асфальтобетона толщиной в 16 сантиметров, заменить старые бордюрные камни. Работают 3 бригады, которые устанавливают бордюры, работают 20 единиц техники здесь и 2 бригады асфальтировщиков. Это примерно, ну, я не знаю, человек 80, наверное, задействованы, 70-80 человек задействованы постоянно. Ну, центральная улица, дорога, в любом случае нужна как бы новая дорога. Вот. Я считаю это правильным, и почаще бы так делали. Ну, конечно, колеи были на дороге от автобусов. Ну, а теперь? Сейчас все хорошо. Конечно, потерпим, только делали бы. На участке от Рахова до Астраханской появилось 200 новых парковочных мест. Вместо спиленных сухих деревьев на Московской сажают новые. Появятся на центральной магистрали и цветники. Нам пришла одна неплохая мысль о том, что вот вдоль всей Московской, там, где парковочные карманы у нас в большом количестве есть, мы поставим вазоны с цветами. Будет очень красиво. Вот сейчас мы их заказали. Такой пилотный проект. Дорожники работают круглосуточно. Точных сроков, когда закончится ремонт всей Московской, пока не ставят. Главное – сделать все качественно. Планируется, что полностью центральная городская магистраль откроется к концу июля, но возможны задержки из-за погоды. Сразу после отъезда главы города участок от Рахов до Астраханской открыли для транспорта. Кристина Трушина, Александр Королев, новости «Телеобъектив».